Добро пожаловать на канал Hardress. Это инфо. Перед нами игра Watch Dogs. И сейчас я покажу вам, как настроить инверсию в игре по осям X, Y. Итак, мы выбираем параметры. И далее выбираем управление. И здесь у нас есть инверсия по оси X, можем ее включить. И инверсию по оси Y, мы тоже можем ее включить. И на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.